средневековья. Мне тыкать в морду своим выменем. Ты, конечно, сас, но я не вспомню даже имени. Почему каждый из вас ведет себя как Эминем? С рогами на башке вы как олени, а не демоны. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все хотят узнать, что же мой секрет. Бе-б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 е. Я очень богат, а ты очень нет. Nature's corrupted, and such is far away. Димпл круче. Нет, попыт круче. Симпл Димпл. Нет, попыт. Симпл Димпл. Нет, попыт. Симпл Димпл маленький красивый, а попыт большой и милый. Eyes blue or brown, can't remember. Lord, I try my best since 3rd of December. Eyes green or gray, can't remember. Какие же вы все недоверчивые. Вы сюда прибежали, чтобы попрощаться с ним или убедиться, что он умер? Пульса нет. И это даже не суицид же был. Ацуши, прекращай реветь! Это то, к чему он стремился всю свою жизнь! Да, Куникида-сан. Салют! Я тут решил совершить суицид с помощью тетрадотоксина, но, видимо, не получилось. Выродок! Ты все это время был в сознании! Да нет же, я только что очнулся. А почему тут так много народу? Да Зай-сан, мы думали, что вы умерли. Неожиданно. Мой день спланированный график расходов испорчен! О, чую, даже ты здесь. Что с твоим... Ты не испортишь мне этот день, Асамо! Не могли бы вы мне чуточку помочь? Убью! Куникида-сан, помогите! Все в порядке. Его похороны оплачены. Мать спалила сигареты и табак в моем блокноте. У меня будут проблемы, как отец придет с работы. Он достал все сигареты, затолкал мне прямо в рот. Их я беру и поджигаю, пап, спасибо, я не против. Чё там делаешь? Рисую маму и папу. А, ты имел в виду моих с Джессикой маму и папу? Они и мои тоже. Нет, ты ж приемная. Ты чё, серьезно? Да ладно тебе. Да, это правда. Да. Чего?
О боже, они тебе что, не сказали? Мне жаль, что ты узнал об этом именно так. Ты врешь! Да ладно тебе, посмотри в зеркало, ты даже на нас не похожа! Посмотри на детские фотографии вокруг, тонны фоток с Джессикой со мной, но не с тобой. Но ей же одна на холодильнике. Это фотошоп. Угу. Пап! Нет! Ну вот видишь, что ты наделала. Пап, я приемная! Чего? Извини, я просто пошутила. Мне очень жаль, что ты узнал об этом, детка. Чего?